150 урн приведут в порядок в Октябрьском округе Архангельска. Это особенно актуально после зимы. Как организован процесс, расскажет Михаил Меньшенин. Каждую весну несколько сотен мусорных урн пропадает с улиц Архангельска. Их отправляют на восстановление. И все потому, что часть мусоросборников за зиму поела коррозия, другие были повреждены людьми. У нас заключен муниципальный контракт на сумму 65 тысяч для текущего ремонта 150 урн, которые находятся на балансе округа. Значит, они будут сняты, привезены на производственную базу, очищены от грязи. Дополнительно будут производственные работы, сварочные работы, подготовка. И после этого их покрасят. Работы по восстановлению мусорных урн ведутся на производственной базе подрядчика. Кстати, красят мусоросборники для каждого округа или организации в свой цвет. Например, фиолетовые урны – это имущество Октябрьского округа. Зеленые – Ломоносовского, а синие означает принадлежность департаменту транспорта. Это нужно, чтобы понимать, кто отвечает за имущество на пограничных территориях. В течение дня у нас порядка 20 урн ремонтируется. Порядка 20 урн. Это уже весь цикл работ. Значит, контракт у нас заключен до 15 апреля. И поэтому мы планируем до 15 апреля закончить все работы и выставить все урны на места общего пользования. Установка урн на улицах города начнется после того, как окончательно растает снег и пройдут первые субботники. Их разместят на набережной, на проспектах Троицкий и Советских Космонавтов, а также на улицах Воскресенская и Логинова. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Регион 29.